На стадионе «Снежинка» собираются маленькие спортсмены. Несмотря на снегопад, дошколята настроены решительно. Марк Самошкин встал на лыжи всего несколько месяцев назад, но уже сейчас уверен, его ждет большое спортивное будущее. Я пришел сюда за победой. Мне нравится кататься на лыжах. Я хочу в будущем стать известным спортсменом. Чтобы показать достойный результат на соревнованиях, ребята готовились несколько недель. Мы катались в садике на лыжах, с палками катались, соревновались. Поучаствовать в соревнованиях приехали воспитанники из нескольких детских садов. 29 команд по 5 человек. Это только химкинские дети. Мы Московскую область еще не приглашали, хотя они нас в Красногорск приглашают, и мы тоже участвуем в этих соревнованиях. И там мы занимаем даже призовые места. На старт, внимание, марш. Гонка началась. Забег на 1 километр. Путь участники проходят быстро. Не зря готовились. Одним из первых к финишу прибыл Дима Аверин. Я просто очень быстрый. Очень. Я во всех соревнованиях побеждал. У меня и второе, и первое место есть из-за участия. По словам маленького участника, в пути ему помогала не только подготовка и поддержка родителей, но и настоящая любовь. Слышь, сказала, что она меня любит. И из-за этого слова я как-то победил. Ксюша, эту победу я посвящаю тебе. Спасибо тебе, пожалуйста. Но, надо сказать, положительные эмоции получили не только те, кто первыми преодолел километровую трассу. Мне понравилось участвовать в соревнованиях. Я хочу еще раз здесь быть. Желание дочки, говорит папа Алексей, закон. Решено заняться лыжным спортом на другом, более профессиональном уровне. Танцы, спорт, что мы там еще? Лыжи теперь у нас уже, да? Активные, вообще. Мы первый раз участвовали, поэтому тебе понравилось, точно? Все, не расстраиваешься, нормально? Ну, самое главное. Каждого, кто прибывал к финишу, награждали шоколадкой. Но самое главное для детей вовсе не подарки и угощения, а то, что в такие важные моменты их поддерживают самые близкие люди – папы и мамы. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.